У Дніпропетровській області є три єпархії. Це Кам'янська єпархія, Криворізька і Дніпропетровська. Кам'янська єпархія була створена 23 грудня 2010 року указом Священного Синоду Української Православної Церкви. Саме з цього часу Свято-Миколаївський собор, в якому ми зараз знаходимося, став кафедральним собором, і місто на той час Дніпродзержинськ, а зараз Кам'янське, стало кафедральним містом. Создание епархии активизировало православную жизнь не только здесь, в городе, но и на территории всей епархии. Епархия состоит из 8 благочиний, епархиального управления. Епархиальное управление также имеет в своем составе 10 отделов. Отдел по делам молодежи, социальный отдел, информационный отдел и другие. Каждый отдел, в него входят как духовенство, так и миряне, занимается непосредственно каким-то конкретным направлением. В епархии 160 приходов, 152 священника, из них 23 диакона. Епархии в этом году будет 10 лет. Однією з найбільших святинь в Кам'янській єпархії є Свято-Миколаївський кафедральний собор, побудований в 1894 році. Вообще, когда появился металлургический комбинат, и сюда начали съезжаться люди и из России, из Польши, из Беларуси, то храм Рождества Божьей Матери, который здесь был неподалеку, а потом в 1964 году был разрушен, уже просто не вмещал людей. И поэтому именно по просьбе людей был построен Свято-Николаевский собор. А тут еще приключилось такое событие, что когда царь Николай II был в Японии, на него было там покушение. И вот как раз в благодарность Богу за то, что он остался целым, он жертвует деньги для того, чтобы построить здесь Свято-Николаевский собор. На той час ця церква називалася Заводською церквою, і не одразу собор став виглядати так, як саме ми його бачимо зараз. Він пережив кілька масштабних реконструкцій. Перша відбулася в 1902 році. Будівля доповнена базилікальним об'ємом із новою великою дзвіницею над входом. Пізніше до дзвіниці зроблено прибудову із трьома входами по сторонах світу. Друга реконструкція – те, що ми можемо бачити зараз – розширений храм з колонами у 1911-13 роках. Церкву ще раз перебудовують. Замість 4 квадратних стовпів у базилиці постають 3 пари візантійських колон. Взагалі, Свято-Миколаївський собор пережив кілька таких непростих історичних віх. Революцію, війну, окупацію, і в кожен момент історії собор людською вірою та Божою допомогою був збережений. С момента строительства Свято-Николаевского кафедрального собора он действительно стал духовным центром. Вообще вся жизнь в Каменском строилась вокруг собора. Сюда приходили люди на богослужение. Архивы говорят нам о том, что количество людей, которые имели отношение к собору, исчислялось тысячами. Там, например, 1000-2000 человек. И эти люди, в подавляющем своем большинстве, они работали здесь на металлургическом комбинате. Собор занимался также и духовным образованием, как детей, так и взрослых. И собор, конечно же, стоял как раз-таки на пороге революции. И вот революция внесла некие коррективы в церковную жизнь. Первый настоятель с того момента, когда сюда пришла советская власть, был сослан в ссылку, а потом под Киевом был расстрелян. Собор закрывают и его полностью переформатируют под музей истории революции. И потом, когда начинается Вторая мировая война, и сюда приходят немцы, именно в момент немецкой оккупации собор снова открывается. У немцев была такая политика, что в открытые храмы они все же ставили служить представителей УАПЦ, то есть представителей автокефальной церкви.
Автокефалы здесь тоже открывают училище для духовенства, но служат здесь недолго, все время, пока здесь находятся немцы, пока город был оккупирован. Свято-Миколаївський собор під час Другої світової війни сильно не постраждав. Снаряд потрапив в західний притвор, і він був повністю зруйнований. Але люди продовжували ходити в храм, продовжували молитися, і коли закінчилася німецька окупація та знову прийшла радянська влада, собор продовжив своє життя. Собор не закрили одразу, як це було зроблено з багатьма храмами в радянські часи. Його закрили в 1960 році. І от одною з ярких таких личностей цього періоду, періоду від окончання війни і до 60-го року, був якраз таки протоиерей Георгій Беззабава, який був настоятелем собора і також був благочинним. Отець Георгій був чоловіком мудрым, человеком строгим, человеком собранным, таким проповедником, только проповедь его звучала как раз-таки через всю его жизнь. Вообще отец Георгий прожил тяжелую жизнь. Перед тем, как стать настоятелем здесь, в соборе, он 5 лет находился в лагерях, был сослан. И потом, конечно же, это подорвало и его здоровье, и самочувствие, но он ревностно совершал здесь каждое богослужение, как будничное, так и праздничное. Отец Георгий со своей семьей жил здесь, на территории Свято-Николаевского собора. Після закриття собору в 1960 році в ньому відкривають музей історії. Церковне майно було вивезено, розписи зафарбовані, і в приміщення собору були занесені експонати історії. В 1984 році церковна громада намагається зробити все можливе через правлячого архієрея, через звернення до місцевої та обласної влади, щоб відкрили собор. І собор відкривають в 1987 році. Масштабная реконструкция собора началась при настоятеле протоиерее Александре Сведуновиче. Вообще собор достался церковной общине в аварийном состоянии. Как уже упоминалось выше, стены были белые, фрески были закрашены. Частично в алтаре было восстановлено горнее место, именно старые фрески. И частично был восстановлен орнамент. Все остальное приходилось писать заново. Люди, которые хранили святыни у себя дома, прятали, они вернули их в собор. Конечно же, не сохранилось ни старого иконостаса, ни большинства икон. Здесь был поставлен новый иконостас, храм был полностью расписан, и люди начали ходить на богослужение. Представьте себе, появляется храм. Люди массово начинают креститься, массово начинают венчаться. Было такое, что на венчании могло находиться до 10 пар. Крестить могли 10, 20, 30 человек одновременно, потому что храм был один. По воспоминаниям очевидцев, первая пасхальная служба, когда здесь еще не было никаких росписей, когда еще храм был в аварийном состоянии, в храме людей было набито битком, людей было очень много. Я в Свято-Николаївський собор хожу больше 15 лет. Я хожу к Господу Богу, молюсь за своих детей, за всех прихожан, за весь наш народ, чтобы было все хорошо, чтобы было мирно все. Я очень люблю икону святого Николая, молюсь ему, и остальным святым, и Матрёнушке, и иконы Казанской, и Богородице всем, и за наш мир в нашей стране, в нашей Украине. Я хочу, чтобы все жили мирно, чтобы Господь нам даровал благодать всей нашей земле и всему нашему народу, и всем нашим людям. 20 лет я хожу в этот храм. Выросли здесь мои дети, старшему уже 20 лет. И жизнь без храма, без веры как-то сейчас не представляется возможной. И все радости, и все беды связаны все равно с ликами святых, которые здесь, которые молятся за нас, которым ми молимося. Найголовніша частина храму – це вівтар. Місце святе, тому в нього не дозволяється входити непосвяченим. Вівтар означає небо, де живе Бог, а храм – землю. Вважається, що сам Господь незримо там перебуває. Центральною частиною кожного храму є алтар. І
В алтаре совершается богослужение. По учению церкви совершителем богослужения является Христос. И вот самым важным таким предметом, который находится в алтаре, конечно же, является престол. На престоле невидимым образом восседает сам Господь, Христос. Литургия в храме может совершаться только если есть антиминс. Антиминс всегда находится под Евангелием, он освящается архиереем и открывается в момент богослужения, в момент литургии. В день на одном антиминсе может совершиться одна божественная литургия. Во время литургии антиминс раскрывается, и на него уже впоследствии поставляется чаша и совершается евхаристический канон. Каждый антиминс, на каждом антиминсе изображение Христа, погребение Христа, и также подпись архиерея, который освятил этот антиминс. Также на антиминсе указано, какой храм, для какого престола, для какого храма этот антиминс был освящен. В данном случае тут четко написано «собором святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского, что в ограде Днепродзержинске», потому что еще антиминс был освящен, когда Каменской назывался Днепродзержинском. Но также бывает, что в каких-то храмах есть особые святыни. Вот у нас в храме есть частичка мощей святителя Спиридона Тримифунского. Как раз-таки она находится в таком очень красивом ларце, и в праздничные богослужения мы выносим для того, чтобы каждый мог помолиться святителю перед этими мощами. Особо чтимая икона в Свято-Николаевском соборе, это, конечно же, икона святителя Николая Чудотворца. У нее тоже своя богатая, интересная история. Хранится она здесь, в нашем алтаре, на жертвеннике, и выносится в дни памяти святителя и по четвергам, потому что по четвергам каждое утро мы совершаем акафист святителю Николая именно перед этой иконой. В соборі знаходяться шановані святині. Мощі святителя Спиридона Тримифуцького, Тихвинська ікона Божої Матері, ікона священомученика Климента та преподобного Агапіта Печерського, ікона священомучеників Харлампія і Власія, хрести мощівики та інші унікальні безцінні святині. Одною із самих почитаємих святинь здесь, в Свято-Николаївському соборі, звісно ж, є Тихвинская икона Божией Матери. У этой иконы очень интересная история. Во время гонений на церковь, когда собор был закрыт, эта икона хранилась в доме одних благочестивых христиан. Причем эти люди именно для этой иконы отвели отдельную комнату. То есть в этой комнате никто не спал, никто не ночевал, там никто не находился, там находилась только икона. Туда заходили только для того, чтобы помолиться. И вот когда уже церкви дали свободу, эта икона была возвращена сюда, в Свято-Николаевский кафедральный собор. Икона является действительно чудотворной, люди приходят, молятся, обращаются к Божьей Матери, Богородица через этот образ им помогает. Есть частные свидетельства, когда люди приходили, просили, получали то, что они просили у Пресвятой Богородицы. Каждый вторник здесь в соборе совершается особое моление Божьей Матери перед этой иконой, параклисис Пресвятой Богородицы. Часто совершает именно этот параклисис правящий нашей Каменской епархии архиепископ Владимир и духовенство города. Также в Свято-Николаевском кафедральном соборе есть одна очень, я бы сказал, интересная икона, историческая икона, очень почитаемая нашим народом. Это икона священномученика Климента Римского и преподобного Агапита Печерского. Эта икона была написана по благословению архиепископа Владимира. Сюда же были заложены мощи этих святых. И здесь есть та самая историческая надпись. Она говорит о том, что эта икона была написана к первой годовщине Каменской епархии. Что еще интересно, то, что здесь изображение как раз-таки нашего Свято-Николаевского кафедрального собора, который своими руками держит святые преподобные и священномученик. Якщо будете в Кам'янському, обов'язково зайдіть у Свято-Миколаївський собор. Коли зайдете, то подивіться вниз під ноги, ви стоїте на унікальній плитці. Це саме та історична плитка, яка була прокладена тут при самому його будівництві. Коли будете підходити до воріт і відкривати їх, знайте, це ті найдавніші дерев'яні ворота, які були поставлені при першому будівництві. Це –
зв'язок поколінь. Сучасне покоління може доторкнутися до історії і побачити, що Господь зберіг цей собор. І це вже є диво. Дзвони є й невід'ємною ознакою православного храму. Часто почувши дзвони, ми думаємо, що божественна музика лється на землю прямо з неба. Між тим, цій тонкій справі у Господа завжди є посередник-дзвонар. Церковний дзвін закликає нас до храму, до молитви. Я дзвоню, я відчуваю таке небольшое трепетання серця, коли я перший раз прийшов на колокольню. Мне очень сильно было интересно бить в колокол. Сейчас, ну, у меня не было такого ранее до сих пор. Мне очень интересно звонить в колокола, и это одно из любимых моих занятий в храме. С момента образования Каменской епархии социальная жизнь в Свято-Николаевском кафедральном соборе несколько ожила. В воскресной школе обучаются две группы, старшая и младшая. На базе воскресной школы проходят молодежные встречи каждую неделю, каждую пятницу. Называются они «Молодежки». Также проводим кинопросмотры для людей, для прихожан, для молодежи. Социальный отдел несет свое благотворительное служение. Семейный отдел организовал прекрасный склад вещей для малообеспеченных семей. Каждый большой праздник, а в соборе их достаточно много, это и День святителя Николая, благоверного князя Александра Невского и Тихвинской иконы, собор организовывает масштабные благотворительные обеды для людей. Богослужение совершается каждый день. Каждый день звучит молитва, священник произносит проповедь, люди приходят помолиться, принять участие в церковных таинствах. Планы на будущее – продолжать наше служение Господу Богу, и спрашивать у него благословения на каждый день, хранить этот Свято-Николаевский кафедральный собор и нашими трудами его обновлять и укреплять. Престольне свято завершується у дні пам'яті святителя Миколая Чудотворця 19 грудня, 22 травня і 11 серпня. Святкові богослужіння, пов'язані з іменами престолів собору, в день вшанування ікони Божої Матері Тихвинська 9 липня, а також 12 вересня та 6 грудня в день святого преподобного Олександра Невського. Православний календар з 20 по 27 червня. За церковним календарем у суботу 20 червня церква згадує діяння мученика Феодота Анкірського. 21 червня – неділя друга після П'ятидесятниці. Всіх святих у землі Руській просіявших. Свята церква прославляє великомученика Феодора Стратилата. У понеділок 22 червня починається седмиця третя після П'ятидесятниці. Вшановують діяння святителя Кирила, архієпископа Олександрійського. У вівторок 23 червня згадує діяння преподобного Силуана, схимника Печерського у Дальніх Печерах. 24 червня церква відзначає свято пам'яті апостолів Варфоломія і Варнави, день ікони Божої Матері, іменованої «Достойно є». 25 червня згадують діяння преподобного Онуфрія Великого та преподобного Петра Афонського. 26 червня у п'ятницю вшановують пам'ять мучениці Антоніни. У суботу, 27 червня, свята церква прославляє пророка Єлисея, знайдення мощей священомученика Володимира, митрополита Київського.